Валерія Зазалітінова – засновниця і викладачка онлайн-школи японської мови. Переконана, що японська захоплює. І чим більше поринаєш у її вивчення, тим більше нового хочеться дізнатися. Хотіла вам сказати, як завжди, доброго ранку, але скажу вам кончіва. Сьогодні ми вивчаємо такий туристичний напрямок, так? Розкажіть тоді, чи взагалі ви були в Японії, чи ні? Нет, я не была в Японии, но это большая мечта. Япония, на самом деле, очень дорогая страна, и, в принципе, просто так поехать, да, не всем по карману, но очень хочется, есть много программ, и, в принципе, при большом желании попасть туда всем желающим можно. Сейчас японцы сделали что? Они ввели налог на то, что те, кто посещают страны, чтобы из их стоимости билета и посещения, они себе в страну этот налог снимают и улучшают качество жизни Японии, чего очень не хватает многим странам. В принципе, в этом японцы молодцы. Ну, я так розумію, вчити японську мову ви також почали, тому що, мабуть, захотіли в цю країну. А на самом деле, да, мне всегда привлекали автомобили, мне всегда было интересно, почему. Я почему-то читала очень много про то, как японцы помогали там Форду, Форд помогал японцам, когда это все зарождалось автоиндустрией. Поэтому мне как-то стало очень интересно, и уже отсюда началась любовь к Японии, и уже углубляюсь все дальше. Мабуть, как программисты в английскую мову, так и в японскую. И сегодня мы почему такой туристичный напрямок? Что это за слова такие? Я так понимаю, они потребны будут будь-якому туристу. Так? Да, конечно, это жизненно необходимые слова для туриста. Первое слово – это сумимасе. Обратите внимание, что, может, кто помнит, на прошлом эфире мы говорили, что удес тоже пишется в транскрипции десу, но последний звук редуцируется, он как бы не произносится. И так же самое сумимасе, они когда говорят, н почти не слышно. Дуже мягко, так? Сумимасе. Да. И даже слово сенсей, да, мы всегда говорим и краткое в конце. В японском они такие сенсе, там ямачта сенсе, преподаватель ямачта. Даже иногда в транскрипции это последнее гласное или согласное убирается. Сумимасе. Сумимасе. А что оно означает? Это извинение. Это извините, но очень интересное слово. В японской культуре, в принципе, принято извиняться. То, что для европейцев, в принципе, не свойственно, нам, в принципе, сложно признать свое чувство вины. Если нас столкнулись, мы завтракаем, вы будете... Не, ну да, даже психологи говорят, что чувство вины плохое качество, но у японцев это вот в крови, это их культура, что за все нужно извиняться. И, ну, если вы столкнулись так же само с японцем, вы, конечно, скажете сумимасен, извините, но есть, опять же, куча исключений, что можно добавить дома сумимасе, как бы больше извинения, и его иногда еще переводят как «спасибо». То есть мы с вами на прошлом уроке, кто помнит, говорили, что «аригато» – это у нас благодарность. Но иногда слово «сумимасен» тоже может быть использовано в качестве «спасибо». То есть на одну ситуацию можно посмотреть с двух разных сторон. Либо вы говорите «спасибо, что вам помогли», либо вы извиняетесь за то, что вам доставили неудобство. Точнее, что вы доставили неудобство кому-то, что вы потревожили кого-то обращением за помощью и так далее. Если в конце сказать букву «Н», это не є помилкою? Нет, это не ошибка, конечно же, вас в любом случае поймут. Поэтому, да, и многие вот, в принципе, которые новички в японском, они злоупотребляют словом «аригато», но оно такое тоже непростое, иногда можно его заменить на «сумимасен», извините, пожалуйста, что я вас побеспокоил, как бы спасибо за вашу доброту. И иногда можно сложить руки перед грудью и немножко поклониться, это еще, да, это вы еще больше извиняетесь, чем просто извините. Так, далее. Следующее вообще жизненно необходимое слово «дзен-дзен вакаримасен». Дзен-дзен? Дзен-дзен. Совсем не понимаю. Дзен-дзен. Дзен-дзен вакаримасен, да. Тут N буква не скорочена. Нет, тут звонкий, четкий звук. Вакаримасен. Да, уверенно говорите, что вы совсем ничего не понимаете. Дзен-дзен вакаримасен. Дзен-дзен вакаримасен. Оно смешное и легко запоминается, поэтому, думаю, туристам будет жизненно необходимо, когда японцы подходят, что-то спрашивают. Дали ничего не разумеет. Вообще ничего не понимаю. Вот, следующие у нас слова – это «сколько стоит» и «где находится». А в японском языке очень интересно, что есть предметно-указательные местоимения места, как бы «здесь», «там» и «вон там далеко». То есть то, что близко ко мне – это «коре»,
то, что близко к вам, это будет сора, и то, что далеко от нас двоих, это будет ара, то есть то, что совсем далеко. Коре? Коре, сора, ара. Да. Коре, сора, ара. То есть три местоположения, которые можно использовать. Если вы показываете на предмет конкретно, вот который близко к вам, вот коре, ва и коре, деска, сколько это стоит? То есть вы можете открыть меню, и официанту, если не знаете название блюда, просто пальчиком показали и спросили «Коре ва и коре деска?» Сколько это стоит? Деска, да? Да. Буква «У» скорочуется. Да, «Коре ва и коре деска?» Так же самое можно использовать слова. Если японские блюда, вы знаете, да, как они будут? Там суши, к примеру, или там онигири, рамен. Вы так и говорите «Суши ва и коре деска?» Сколько стоят суши? Даже вот многие слова с английского заимствованы. Мирку, milk, молоко. Поэтому некоторые слова можно просто сюда вставлять. И коре деска сколько стоит? Коре ва деска. Да. И следующее, где находится у нас что-то? Коре ва доко деска. Коре ва доко деска. Доко это где? То есть если посмотреть... Коре ва доко деска. Деска, да. Коре ва доко. Деска. Если посмотреть внимательно, меняется только вопросительное слово. Здесь у нас сколько, здесь у нас доко, где. То есть, если коре ва нан деска, это что? То есть, вы вопросительное слово просто вставляете на это место. Угу. Конструкция остается. Угу. А щодо взагалі символів, от коре, я бачу, що однаково, угу. так? І ва однаково. Мене цікавить, от ми вивчали корейську мову, і там кожен завіточок, кожен символ – це звук. В даному випадку так само чи ні? У нас слоговая азбука в японському язикі, поэтому это слог. Угу. Ко – это слог, ре – это слог, ва – это все слоги. І вот даже ми сейчас вернемся к тому, что мы будем представлять себя, что мы украинец, и страна у нас Украина, но кыры, как бы, это единичные звуки, нам нужно как бы сделать ее слоговой, получается Украина. То есть все по слогам, да, Украина. Ну давайте, ваташи ва Украина. Да, ваташи ва Украина. И обратите внимание на этот иероглиф, это дин. Як-як? Дин. Он похож на человечка, мы когда показываем, что мы там куда-то идем, мы в принципе показываем человечка. Если добавить фантазию, дорисовать голову, ручки, он в принципе похож. Это пиктографический иероглиф, то есть они как видели силуэт человека, так они его и рисовали. И если мы представляемся, мы говорим, помните, как мы говорим, меня зовут Лена? Не помню, честное слово, не помню, не выучила. Ватаси ва орена дес. Угу. Да? Ватаси ва орена дес. И мы можем заменить орена на национальность нашу, ага. Украина дин. Угу. Если вы там из другой страны, Роща, Россия, то есть многие страны просто на слоги перекладываются. Итария, Бурадиру и так далее, просто в конце дин добавляете. Еще уточню по Украине. Угу. Украина. Там ще три букви. Дін, це іероглиф, Україна дін дес. Ага. Да. Ватасіва, Україна дін дес. Угу. Зрозуміло, погані. Угу. Вот. І слідуще, це страна. Тобто, окунева. Из какой вы страны? Обратите внимание, пожалуйста, что можно сказать «твоя страна, что есть». То есть можно использовать длинную конструкцию. Ну, как в древности, когда чужой кто-то приходил, там «ты откуда?», «имя?», «кто ты?». Вот примерно то же самое «окунева» – ваша страна. «Окунева». «О» заменяет у нас – это префикс, который заменяет «ваша». То есть и просто страна. Обычно они вместо знака вопроса используют заключительную частичку «ка». В китайском тоже заключительная частичка для построения вопроса. А здесь можно просто интонационно передать окунева. Окунева. Да. Из какой вы страны? Украина дзин. Украина дзин, да. Можно просто сказать Украина дес. Если вы убираете дзин, то просто Украина. Ага. Или что вы украинец, Украина дзин дес. Угу. Тобто, якщо особистий, тоді дзин добавляю. Да. А якщо Україна, то без дзин. Да, конечно. Вот. И еще хочу сказать, что о префикс очень такой интересный. Ну, знаете, вот как о великое что-то, как мы говорим, о такое так что-то. Так значение у него такое прям. Да, поставлю. Вот когда суши, да, вот национальная еда, они всегда о суши. Ну, то есть это наши суши. О чай, зеленый чай, да, традиционный. Вечный спор японцев, откуда пришла китайская, ну, чайная церемония, из Китая или из Японии. И японцы бьют себя в грудь, что это их. Хотя на самом деле, ну, как бы по всем источникам из Китая, как бы...
по возрасту цивилизации, в принципе, можно догадаться, что пришла из Китая, но они тоже деньги святое, окане, деньги тоже. Ми, мабуть, про страви з вами поговоримо вже наступного разу. Зараз пропоную все-таки ще раз швиденько переглянути слова і пригадати, що вони означають. Да, конечно, сумімасен, извините. Да. Вибачте, так. А, совсем не понимаю. Зен-зен варі... Вакарі. Вакарі. Да, дзен-дзен вакарімасен, совсем не понимаю. Н тут читається в даному випадку. Да, можна даже головой помахати, що ви совсем не понимаєте. Я буду просто махати. Да, корова, дзен-дзен. Так, корова і корадеска. Корова і карадеска. Давайте ще раз. Корова і корадеска. Я не можу так швидко, це потрібно таку вимову дуже швидку. Давайте ви краще почитаєте, а я послухаю. Хорошо. Корова до Кодеска. Где это находится? Ви можете показати зображення просто японцю, показати, що ви хочете там на какую-то станцию. І корова до Кодеска. Окунева. Окунева. Да, из какой вы страны? Це для мене простіше. Да, это самое короткое. І я українець, ватасіва Украина дзіндес. Вакачіва ва Украйніва дзень. Украйна. 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 Україна дзень. Дзіндес. Да. Хорошо. Так, дякую вам за такий цікавий урок. У мене тепер дуже багато справ. Мені за минулий раз потрібно буде вивчити 6 слів, а тепер ще й 6 речень практично. Ну да, в принципі, такі. Так що буде мені чим зайнятися на весь тиждень. Вже наступного тижня все перевіримо.